Скажи, чуть-чуть приболел. Я что-то вот хочу сказать, но что-то не могу. Открытая камера Клаудасори. Как дела? Все команды с СНГ вылетают. Абай, мы тебя любим! Сегодня третий день, как мы в Рияде. Да. На самом деле уже третий день, чуть-чуть холодно уже становится. Как будто мы привыкли к температуре плюс 70. А нет, сегодня особенно жарко. Сегодня уже вечер, а все еще 40. Все еще 40. И я, кажется, чуть-чуть приболел. Поэтому держитесь ближе ко мне. Но мы не отчаиваемся и идем болеть за Cloud9. Сейчас они играют против Энс, мы чуть опоздали. А потом мы смотреть, как Virtus пробуют бороться с G2. Virtus 100. Да. Я не знаю, у меня, знаешь, такая дилемма, или болеть за Monos, или за ВП. Так что, как бы, для меня нету разницы, кто победит, потому что те и те ближе. Мне придется болеть за Нико. Да. И Monos. Ну, я надеюсь, будет, красивая игра, но все равно больше болею за ВП. По-любому. Да, типа, я столько лет вместе с ребятами работал. Давайте, let's go. Поехали. Короче, пришли на матч Cloud9 против N. N сейчас версивал все против команды. Только против команды? Версивал все. N, да? В принципе, первую карту N сейчас выиграли, но это было читаемо, понятно, конечно, что. Но карта Anubis, я считаю, что Cloud9 могут камбэкти, надо побольше раунда забрать. Тут какая-то такая напряженочка идет, переживаем за ребят. Но они так сидят. Первую карту Cloud9 проиграли, вторую карту вот на Anubis они сыграли за КТ сторону 10-5, ну 5 раундов. Пойди нормально, если пистолетку заберешь. Ну тяжело, тяжело, надо собраться, не знаю, NC какие-то сильные. С каких пор они, да, начали так круто отыгрывать? Честно, чуть-чуть переживаю. Чего-то не хватает, в чем проблема? Состав мощный, все хорошо, проблем нету, зарплату получают, на чем поездят, что надо еще побеждать? Не знаю, может шестером будет играть, может бустера вернуть и 6 на 5 будет играть, может таким образом смогут выиграть. Так что все, давайте, Клауда, побеждайте. Ты считаешь, что они сейчас камбэкнут? За Т. Должны, это же Анубис, так что вот, зверя нет сильнее медведя, облака вперед к победе, давайте. Я что-то вообще не понимаю, ребята, ваше мнение, в чем причина, почему Cloud9 проигрывает? Нехватка времени? Но следующий турик у них будет на Мальте, они будут очень долго играть. Они вроде бы играют вообще последним, потом сразу начинается плей-офф, так что, мне кажется, вот там уже понятно будет, как играет Na'Vi и как играет Cloud9. Нужны замены или нет? Шучу, какие замены нужны для Cloud9 с таким составом? Хорош. 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 Без шансов следует. Что, ребята, на маленьком экране типа хорошо, а на большом типа херово? И смысл тогда мне записывать? Давайте это вообще контент не будем снимать. Хули вы жалуетесь? One more round, we'll do it for Siri. And that's all they're going to get. They're going to down a triple for him. And a 15th round for Ace. Честно, даже нет слов. Я не знаю, как все это комментировать. Поздравляю команду. Энс, заслуженная победа. Но мы все равно этих ребят любим. Клаудов, это наши пацаны. Просто им нужно время. Так что сильно так не осуждайте. Сами же понимаете, просто пацаны. Не хватает, видно же, не хватает чуть опыта ребятам. Не хватает скилла ребятам. Чувствуется, что молодые вещи, что зеленые. Может, в CS2 у них что-то получится. Пару чемпов отыграют. Вот эта уверенность появится в себе, что они могут победить. Всего лишь недавно они только были академкой. Пацаны, ну все, уже хорош катать, вы с утра катаете на своих ноутбуках. Lenovo Legion на базе процессора Intel Core. Поехали, там уже игры начинаются, реально. Ват. Там начинается все с 5, открывается все с 5, поэтому у нас еще все есть время. Причем просто так привезли эти ноутбуки Lenovo Legion на базе процессора Intel Core. Да нет, Даур, на самом деле Влад прав. Калыч еще надо монтировать на ноуте Lenovo Legion на базе процессора Intel Core. Душнивый, блин. Ладно, играйте. Сейчас подойдем. Сейчас вам поиграем. Недавно? Какой недавно? Это было давно. Да всего лишь 3-4 года прошло, это вообще же. Короче, я начал понял, что сегодня все команды с СНГ вылетают. Вылетели геймер Легион, ну там Нилы наш, да? Выиграл, вылетел Абай. Нет. Тоже не вылетели еще. Они сейчас играть будут. А они только сейчас играть будут?
И же с другой стороны, смотри, в первой команде Геймер Легион был казах Нила. Во второй команде Клауда был Хоббит, казах. И третья команда Виртуспро. Может быть, Норберт сядет, шучу. Ладно, ничего страшного. Нет, там же два казаха, понял? Кто? Ну, Дастан и Хикер, Леха. Типа там по одному казаху, тут двое. Дастан с Казахстана? У него же индусский паспорт. Ладно, короче, будем верить. Но я буду болеть за Моны. Вряд ли не получится с кем-то пообщаться. Ты же знаешь, они когда это, когда геймеры проигрывают, с ними не вариант вообще общаться. Клауда лучше! Клауда! Костя, ты лучше! Абай, мы тебя любим! Аксель, тебя тоже! Что страшно, брат, все хорошо было. Выиграли, правда. А ничего страшного, за пять. Все хорошо. Рядом нет, выиграли просто. Да и ничего. Брат, а нас когда не ебали, ты же все нормально. Опять близко камера. Да, сегодня настроение какое-то. У меня упадок сил. Я то ли заболел, то ли еще от этих постоянных сменных кондеров и прочее всего. Что-то чувствую себя неважно, честно говоря. Можно как-то взбодриться, что ли, может, на картингах покататься. Я не знаю. Вы лучше, вы лучше. Давай, брат. Сегодня зайдешь? Да. Выебали, вон, да, честно, мы честно даже матч не смотрели. А что было там? Нечего смотреть, блядь. Братуха. Безусловно. Да не, на самом деле, показатель будет на Мальте. Когда будет подготовка, все это, а потом все хорошо будет. Все хорошо. Я что, все это время их снимал, что скрытая камера Клаудасори? Все ваши осуждалки, все эти вещи, жесть, мы узнали, мы выложим, потому что это наша работа, мы желтая пресса. В моем рейтинге на первом, ребята. My heart, my heart. Пацаны. Блядь, пацаны. Брат, а как у нас будет? Вы даже не дали нам шанс поболеть за вас. Мы приехали уже. Да, мы приехали, а уже, знаешь, типа, вы такие уже. Вы такие стоите. На Анубис. Вы такие, Эншин, что-то как так себе будет, а Анубис вы выиграете. Ладно, ничего страшного, мы вырежем. Мы попросили трансляцию вырезать, как будто сегодня матча не было. Я предлагаю пойти, пока нету БПшника, никого, пойти этот, покататься на этот. Карты? Да, что-нибудь такое. Никого. Давай, Илюха, удачи. Как дела? You doing vlog? First. Hello, hello. Нику вперед. Я на самом деле вас ждал, блядь. Лучшие, блядь, нахуй, блядь. Порвите их, блядь. Можете не здороваться, можете идти. Можете идти. Давайте. Не здоровайтесь, не здоровайтесь. Выгляда их не ебали, блядь. Моны на себя берешь, давай, брат. По 10-бальной шкале твой уровень сейчас. Сейчас? Да. Ну такая шестерка натянутая. Ну иди садись туда. Все, давай. Вот этот куб, ребят, это наебка. Смотрите, нету ничего. Да. Ну, блядь, это часа наебалово. Так что в этом мире вообще нельзя никому верить. И Виртуспро сегодня выиграет. Сейчас рэп зачитает, смотри. А вон они, красавчики, слева направо. Виртуспро! Давай, давай! Ура! Мир застеснялся что-то. Я помахал мне рукой, блядь. Уважаю. Да ладно, молодцы, хватит.
Let's go, Лапа! Let's go, Лапа! Через секунд 10 начнется матч Virtus.pro против G2. Последний раз они играли вроде бы год назад. Это, наверное, было в Польше вроде бы, да. После этого вообще игр не было. На самом деле интересно, как это вообще будет происходить. Но я считаю, что ВП их выиграет. Просто уничтожат. Снесут их, блин. Мало кто знает, но это прародитель Вайна. И King Batch. Что первая половина, что-то знаешь, такое двоякое ощущение. Вроде бы неплохо сыграли, а вроде бы два таких тупых раунда отдали. Или три, да? Честно, должны были выигрывать со счетом 9-6 ВП. Но это КС, всегда так бывает. Кто-то ошибается и за это наказывает. Но Хукси какие-то невероятные вещи попадают. Может, он ему всегда с АВП бегать и Моноси перейти на Ганы, стать рифлером? Неплохая идея. Может быть, стану топ-1 мира. Продолжаем смотреть. Я что-то вот хочется сказать, но что-то не могу. Не могу, блядь, я переживаю. Let's go, VP! Let's go, VP! Go, VP! Let's go, VP! Бля, Давид, ты надоел, бля, суетовый, бля. Такое ощущение, как будто играть хочешь, бля. А чё? Блин, на самом деле в шоке, отвечаю. Так жестко за банан дерутся. Офигеть. Сложная игра, на самом деле. Вот эти все гранаты, mind games. Multi-kill, 20 seconds and counting. Good flash, Fame still finds it. It's up to Monacy, and he's missed again. Has to nail Jane, that's the ball with 14 seconds left. Woo-hoo! Side cut, never mind. Fame strikes, Nico. Chasing Ghost. Chasing Ghost, and it's going to be Mir. Looking to catch him and fall out. Fall in the smoke. Okay. Ooh, it's fine. Everything's fine. Nico, oh, nails one. If he can somehow get the bomb down, Fame should have it. Woo! Will they find him in the smoke? He's explored their view, got the bomb down, says play on. Nico for a heroic clutch. Impossible. Five alive for VP. Power on V2. The smoke has gone off. Flip confirms he's probably still on the side. Going to the beacon. Oh, oh, oh. Minus three ствола, блядь. On to Monacy. G2's leaking big. Very early days. Kicker, he was solid on the side. He flashes. Я не понял вообще. Да, суета какая-то на планете была, блядь. Короче, смотрим сейчас третью карту. Карта Вертига. На самом деле для меня полный рандом. Полный рандом, честно. Не могу понять. Смотрели Inferno, не могли понять, как так. G2 делали каждый раунд одно и то же, и ВП ничего не смогли сделать. Сейчас третья карта. ВП выиграли на G, но решили оставить... Да, ты в сторону. Почему? Может, потому что боялись, что типа обратно их засноуболят? Навяжут свою игру? Короче, посмотрим, что из этого выйдет, да? Да. Пестики уже проиграли, я, честно, уже чуть расстроен. Норберт не верит в свою команду, я говорю, как так? Ты же зарплату получаешь. Ну, не знаю.
Да я шучу за вас. Накидал вместо него. Короче, честно, чуть-чуть переживаю. Устал я переживать за ВП. Джиту. Вперед. Oh, I'd wanna be on that USP. His signature move, performance that gets. There you have it, okay, balls to the back. Все, давай, ребята, надо включаться! Надо включаться. Это наоборот хороший шанс. Хорош! Хорош! Больше лет! Потихоньку себя наебать. Он все грамотно делает, блядь. Поорать, типа. Хорош! Найс! Хорош! А может быть, вы четвером оба останете? Надо поорать. Без потерь. Хорошая подготовка! Блять, у меня уже сил просто нахуй нет. Давид, мне похуй. Последняя карта, блядь, да или нет? Давид, если ты не хочешь смотреть, иди домой. Вот. Я тебе хочешь такси закажу? Давай. Не упади, пожалуйста, блядь. Здорово. Здорово, братья. Как вы? Хорош! Только мир спасет это. Только мир спасет. Ой, блин. Бәрі дұрыс па? А? Қайдан келдің? Арақ іштің ба? А? Алып қаштың. А? Дана бұқалсың. А этому что запахло? Да. Managed to get a multi-kill, gets Mir as well. Брат, потому что ты вообще не в фокусе? Я вообще не в фокусе. Еще ты, блядь, с тему на тему ебать. Да Норберт не в тему послушивает. Смотри за игрой, блядь. Тебе игра важнее. Да, ты. Назара нет. Как вчера, да? Ром, закрой его. Да. Знакомая цитата. Ты что, характер, бля, показывай в игре. Что ты мне показываешь? Бля, я сейчас Лёхе скажу, Лёх, подожди. Там атлет сказал, бля, иди в игре показывай. Как мужчина, пойдёшь? Бля, нет. Или ты... И всё, бля. Всё, одного просто для КС задавить. За электроником. Хорош, Джекес! Блять, такое невозможно нахуй вообще. Я говорю, как концерт? Нормально? А че ушли? А, нихера себе. А ты че, Нила, на первую карту уже опоздал, что ли? Сегодня. Хорош, блядь. Хорош, блядь. Туда же еще два. Чё вы, блядь, рофлите, что ли, пацаны? Confirmation of clear. Nice. Caught by JKS for J-Point. Eighth, and they're gonna win out this half already. Monacy alone, not enough help. And James confirms it. Maybe he has to fight, but they've got a flash. One way. Oh, should be more. He's not trend being bucked. Oh, what? Monacy is throwing his body through the smoke, and they're not ready for him. It's a problem. 5 seconds, they need to be planted. Kicker in a second, they will leave with none. Sight next victim is Mir. Quick down his own smoke, and there could be more. Hunter's trying to save G2 here. Oh, and he has! Keep flushing.